ребята, с вами Сэма на канале Мисс Сэма, и с вами мы приехали в Паланге. Привет, друзья! Ну что, мы опять в Паланге, и мы начинаем свой поиск. Саня сегодня хочет идти на аттракцион, тарзанку. Вот сейчас мы пойдем и посмотрим вместе с вами, да, что там происходит. Угу. Ну все, пошли. 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 Покажем сегодня, сколько людей вокруг, везде. Как-то всегда бывало очень пусто, а тут, видите, потому что что, последние уже дни перед школой. Ага. И, короче говоря, тут приехали все, кто мог приехать, наверное. Я так думаю, да, Саня? Сейчас мы идем. Сейчас я даже не помню. А, тут совсем рядышком. Тут совсем рядышком. Давай, я немножко так поснимаю людей. Ну что, мисс Аня, как ты, в школу уже собралась? Нет. Расскажи, сколько раз ты сегодня купалась? 4. Вот, скажи, какая вода. На прошлый раз я купалась 7 раз. Так это немного. А как вода в море? Очень хорошая. Сколько градусов? Я не знаю. Тепло? Ну что, мы подходим где-то, да? Ай, нет, еще немножко не тут. Ну да, подходим, вот видно уже. Блин, я не пойду, я не пойду, я не могу, почему? Я не могу, я не пойду. Почему ты не пойдешь? Я пойду, но я боюсь. О, смотри. Это кто, вот какой так, герой? Да. Класс. Класс. Ну, короче, людей, как всегда, супер. Так давай тогда, ну. Не тут. Ну, так я знаю. Ну, хорошо тогда, подожди. Ну что, мы здороваемся уже с вами из парка. Да. И тут аттракционный парк для детей, для наверное, для и подростков, и для взрослых. Но, короче, что мы хотим с мисс Аней сказать. Она решила, что не пойдет, потому что тут очень высоко. Да, я боюсь. И я вам сейчас постараюсь вот с мисс Аней показать. Видите, вот если вы видите, вот на деревьях такие вот канаты, там такие вот остановочки. Вот видите, как там все это, все очень-очень высоко. Как-то. Да, мы, короче, с мисс Аней решили, что мы не пойдем. Тут у нас везде, вот, если видите, площадки для родителей, где можно ждать ребят. Давай, Саня, тогда пойдем с тобой. Сейчас я покажу всем, что тут происходит. Ну, куда пошли? И сейчас вот ну вот, тут такая кафешечка идет. Спайдермен. Для детишек. Классный такой, да? Наш герой. Тут парк. Как это, батут? Да, и по-русски, да, так же, Саня? Да. Да? Так же? Да. Ну вот, тут парк батутов, тут тоже ребятня везде. Ну, я не знаю, Саня не решается никуда идти, никуда прыгать. Мы, наверное, немножко пойдем гулять. А сейчас, может, пойдем какое-нибудь мороженое купим, да, или еще что-нибудь. Да. Потому что, не знаю. Что еще покажем? Ну, давай. Посмотри, как там высоко. Ай, ну вот, вот. Подожди, сейчас я дотянусь, покажу ребятам, что там такое. Вот, видите, такие остановочки идут. И, короче говоря, вот эти канаты, такие вот, видите, они идут, и вот потом там, вот там, вот где-то там. Вот, ну там очень уже высоко, очень высоко. Вот, Саня, где ты? Оттуда надо вот прыгать туда, не прыгать, но ехать туда, потом опять подниматься, так далее, так далее. Ну вот, и поэтому, конечно, не очень. А вообще парк суперский, и мне что нравится в этом году, ты видишь, сколько мест для сидений сделали. Да. Помнишь, раньше больше, приходили, больше. Вообще было только. Mm-hmm. Ну что, пойдем тогда к папе. Мороженое. Будем покупать мороженое, а потом еще встретимся, да, Саня? Да, давайте. Ну что, мы уже транспортировались к морю. Да. Решили немножко походить. Короче, такой классный очень аттракцион увидели с мисс Саней. Смотрите, сейчас я вам покажу. Я первый раз такой вижу. Я не знаю, первый вообще раз. Да, ну там очень... можно покататься на гидромотоцикле. Да, Саня, ну ты скажи, как там классно, да? Там как-то его поднимают прямо в воду, надо до этого. Поделать. Смотри, сейчас он опять будет подниматься, да?
Вот, прямо, слушай, ну классно. Полетали. Классно, Саня. Ну что, мы пришли, смотрите, сейчас я вам покажу, куда мы пришли. Вот наш мост, куда мы ходим, да, проводить солнце. А тут, кстати, сегодня очень жаркий, хорошенький денек выдался, и люди не спешат совсем идти домой. Да, все и мы куда-то. Саня, да, немножко жарко, поэтому взяли себе тельчик, ну и стоим. Не знаю, где-то надо нам немножко сесть, наверное. Ну, надо было. Присесть? Да. Пошли, давай. Может, вот над туда вот. Ну там, вот смотри, скамейка. Идем? Давай. На скамейку? Побежали. Ну, давай. Давай, побежали на скамейку, сядем немножко. Какие-то будут соревнования, смотри, ребята собираются. Не соревнования, тут просто люди пришли, я думаю. О, какие чай. А ты одна. Целая курица. Да. Что-то вот так я тебе говорю, соревнования готовятся, ребята. Ну-ка, давай, садись. Ой, тут она как-то под наклоном. И вот так вот как-нибудь. Знаешь. О, как тут тепло. Мне уже холодно. Давай, дам тебе кофточку свою. Хочешь? Нет, у меня же есть. Так ты свою не одевай, я тебе свою дам. Я не хочу. Не хочу. Вот, садись. Давай сегодня побудем немножко этими режиссерами, покажем побережье, чем люди занимаются. Мы на этот пляж мы не ходим, мы едем всегда далеко-далеко, да? Тут вот и... А тут считается самый главный пляж по Ланге, тут собираются много людей, много очень... Я бы хотела здесь когда-то молодежи. Побыть. Ну, когда-нибудь приедем. А давай завтра. Ну, не знаю, Саня. Ну, пожалуйста. Я не хотела бы сегодня об этом даже говорить, потому что здесь очень много будет людей, и тут люди, знаешь, как лежат? Вот так прямо, вот друг дружке. Ну, пузы. Эти такие, знаешь, я хочу, я тоже много чего хочу. Пузы. Что это за звук, ты слышишь? Сейчас я вам покажу еще. Тут вот есть... Две такие. Ай, вот, смотрите, три. Видите, три. Тут три, да. И вот там чайка сидит, смотри. Первая такая дорожка, смотри, для где чайка игроков. Сидит. Наблюдательная. Видите? Такая, да. Ну вот, и тут весь вот так вот прямо идет далеко-далеко. Как-то мы никогда бы не показывали, я не знаю, не знакомили вас. Ага. Да, Саня? А вот видите, нет, вот как видно, сколько людей на пляже даже сегодня. Даже класснее, если там. Я тут круче как-то. Тебе нет? Да, мне нравится тут, но мне нравится там, потому что там вот именно вот это, поэтому и нравится, что там нету столько людей. Поэтому мне там очень там нравится. Поняла. Тут, знаешь, сегодня уже, смотри, вечер. Вечер уже не то, что вечер. У нас, наверное, сколько уже теперь? 8-9, наверное, где-то часов. Ну так ты представляешь, что тут делается, когда бывает самый-самый-самый такой? Тут бывает прям не пройти, не проехать. Вот так называется. Как-то так. Ну, тут вот так солнце слепит. Прямо. Ну что, Саня, тогда я могу только сказать, что мы еще побудем. Да, мы немножко наберемся лучших настроений, потому что мы устали немножко. Да. Поэтому, если кто будет смотреть наше видео, смотрите, что... И, наверное, почувствуйте, что мы немножко... У нас сегодня немножко не так весело, как всегда бывает. Но мы постараемся, потому что мы... Мы хотим еще, чтобы лето убежало от нас. А мы уже видели сегодня, как птицы покидают нашу страну и летят куда-то, куда тепло-тепло. Чайка только что на сумку, ну, такой мешочек положила на песок людей. Странно. Ну так что, ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока, Миссани. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Ой, смотри. Ha 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 ha!